Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале международной компании по продаже недвижимости REST Property. Напоминаю, что наша компания проводит успешные сделки уже на протяжении 18 лет. Сегодня с вами буду я, эксперт по недвижимости Аланийского офиса Эльза Ахмадулина. Сегодня вашему вниманию будет представлен объект 10594, располагающийся в районе Оба и находящийся в 1 километре от моря. Данный комплекс был построен в 2018 году, и сегодня мы рассмотрим с вами двухуровневую квартиру планировки 2+1. Комплекс порадует вас своей инфраструктурой. Имеется взрослый детский бассейн, водная горка, зона отдыха и барбекю, имеется фитнес-зал, ну и, конечно же, ухоженная зеленая зона. Ну а теперь мы переместимся в нашу квартиру. Стоимость данной квартиры 88 тысяч евро. Сейчас мы находимся на 3-м этаже, который располагается на уровне 4-го. Общая площадь брутто 127 квадратных метров. Хочется обратить ваше внимание на интересное планировочное решение. Несмотря на то, что гостиная и кухонная зона соединены, благодаря короткому коридору создается впечатление, что комнаты раздельны. Из кухни имеется выход на балкон, точно такая же дверь установлена в гостиной. Квартира продается без мебели, но уже установлен кухонный гарнитур и имеется чистовая отделка. Везде выложен кафель, на 2-м этаже также имеется все необходимое. По подбору мебели можно обратиться к нашему отделу постпродаж, который с радостью поможет вам с выбором и подбором мебели. Сейчас мы находимся на мраморной лестнице, которая ведет на 2-й этаж нашей квартиры. Благодаря панорамным окнам даже здесь, в теневой части квартиры, ощущается много света. На 2-м этаже нашей квартиры располагаются 2 спальные комнаты. Одна из них имеет свой личный туалет. В каждой комнате имеется кондиционер, и из каждой комнаты есть выход на общую лоджию. Терраса поражает своими размерами, позади меня вы можете наблюдать и горные пейзажи, ну а по правую сторону имеется вид на городскую инфраструктуру. 2-я спальная комната может использоваться под детскую. Здесь располагается большое панорамное окно, поэтому помещение будет всегда освещено. Для самостоятельного ознакомления с объектом можно перейти по активной ссылке в описании данного видео. Там же будет прикреплено и видео по району, где располагается данный комплекс. Но для подробной информации можно обратиться к нашим агентам, которые с радостью ответят на все ваши интересующие вопросы. Хочу напомнить, что в нашем агентстве также имеется отдел аренды, который поможет вам подобрать объекты для краткосрочной и долгосрочной аренды. С вами была Эльза. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Пока-пока!